Мои дорогие телезрители, карты – это язык высших сил. История карт Таро и история обычных гадательных карт уникальна, потому что еще в Древнем Египте жрецы, а также в иных первозданных религиях начали рисовать божества, богов, рисовать те откровения, язык высших сил, что им открывались. И они нарисовали первые карты Таро. В этих картах Таро были младшие арканы. И 36 этих младших арканов стали всем известными игральными картами. Но на самом деле это не просто игральные карты, а это язык высших сил. И когда я вам гадаю, то я как мастер интерпретирую и объясняю те послания, что мне транслируются свыше.